Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел компактный мобильный стабилизатор для смартфона. Также можно использовать и для экшн-камеры, если возьмете переходник специальный. Фирма Hohem. Один уже стабилизатор для смартфона на моем канале представлен. Это у них была первая модель, которую они сделали. Вот уже это самая последняя модель из линейки, представлена вот в таком виде. Здесь непосредственно находится упаковка, причем доставка была из Китая. В настоящее время идет распространение и в розничных магазинах по Российской Федерации с соответствующим шрифтом. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет коробка? Обычная коробка. Давайте ее откроем. Более наглядное видео. И давайте посмотрим, что находится в комплекте. В комплекте у нас находится непосредственно сам стабилизатор. Помещается в руке. Может поместиться и в карман, в любое место. Здесь есть фиксаторы, чтобы зафиксировать его в случае необходимости. Дальше ремешок на руку. Здесь он крепится сюда. Внутри существует аккумулятор 18650. И время работы заявлено 8 часов. Дальше небольшой трипод пластиковый. Кстати, название iSteady X. Возможно, взяли название от российского производителя X-ray, хотя вряд ли. Дальше подзарядка Type-C на USB. Документация здесь на китайском языке. Похоже, да, на китайском языке. И непосредственно чехол для хранения и для того, чтобы переносить. Он сюда залазит достаточно плотненько. Ну, может, еще не разносилось. Вот такой вот стабилизатор. С триподом он становится чуть больше, ручка отхвата лучше, и тем самым лучше его использовать и доступ непосредственно к основным узлам управления. Да, кстати, вот здесь вот есть резьба 1/4, и внутри, судя по всему, вот эта часть достается, и здесь есть винт со звездочкой. По сути, можно вскрыть и заменить аккумулятор 18650, что достаточно положительно в случае, если у вас аккумулятор начнет постепенно умирать, чтобы изделие было не одноразовое, а хотя бы многоразовое. Единственный минус, конечно, это все здесь пластиковое, за исключением некоторых частей. Вот это металл. То пластик, конечно, служит немножко меньше, особенно если там приходится раскручивать какие-то винты и так далее из пластикового корпуса. Но если все аккуратно поступать, то без проблем все это раскручивает. Итак, давайте сейчас его протестируем, посмотрим, как он работает в различных режимах со смартфоном. Брала я его специально для того, чтобы носить, плюс для того, чтобы еще использовать непосредственно с объективами на смартфоны. Здесь они как раз хорошо все вмещаются. Все небольшого веса, плюс до того, что здесь центральное расположение смартфона, то можно его чуть вместить. Единственное, не будет режима у вас вертикального из-за того, что часть смартфона будет выступать и не давать перевернуться именно в вертикальное положение. А так, если вы используете просто смартфон, то без проблем работает на нем. Сразу же хочу сказать, здесь предусмотрены не все функции, которые существуют. Например, в предыдущей версии благодаря кнопкам можно было задать те или иные функции и полностью управлять непосредственно этим стабилизатором трехосевым. Сейчас здесь часть функций перенесли непосредственно в приложение. Причем приложение для Apple на iOS и для Android. Для приложения iOS там все функции, без проблем взаимодействовать с этим стабилизатором, а вот на Android там часть функций ограничена. Говорят, что допилят соответствующее приложение, и в последующем это все будет непосредственно здесь. А сейчас что здесь можно сделать, это непосредственно сфотографировать, раз нажали, два раза нажали, видео запустить, стандартном приложении. Дальше перевернуть вертикальный режим, так называемый режим селфи. И два раза нажать это непосредственно вернуть в режим исходного положения. Если у вас во время съемки вы перекрутили данный стабилизатор со смартфоном, чтобы вернуть его в исходное положение, для этого служит два раза нажать эту кнопку. И здесь еще действует увеличение, то есть масштабирование, увеличить, уменьшить. Плюс джойстик вверх-вниз, перемещать вправо-влево, связь по Bluetooth со смартфоном и показывает заряд аккумулятора непосредственно в настоящее время. Сейчас мы его подключим, протестируем, посмотрим, какие функции он может выполнять, как при помощи приложения, так и при помощи непосредственно самого этого стабилизатора, как он стабилизирует изображение. Сразу хочу сказать еще один момент, это то, что здесь невозможен горизонтальный режим, есть ограничения, вы не сможете сделать горизонтальный режим, когда у вас стабилизатор будет идти горизонтально. Можно только по определенным углом сделать это, и либо вертикально все это выполнять. Поэтому учитывайте, если вам это необходимо все использовать. Ввиду того, что стабилизатор небольшой, то без проблем можно использовать как вариант нижний режим. Давайте посмотрим, что из себя представляет приложение стандартное, в котором сейчас находится практически все. Во-первых, выпадает начальный экран в таком виде. Здесь вы можете познакомиться в виде видео формата с различными режимами. Там, тут демонстрируется их возможности. Дальше также видео управления здесь представлено. И представлена непосредственно правочка тоже. При первом подключении она у вас попросит зарегистрироваться, поэтому не удивляйтесь. И прежде чем зарегистрироваться, она у вас еще попросит доступ непосредственно к самому смартфону, чтобы осуществлять запись. Дальше местоположение и обязательно, но подключение осуществляется через Bluetooth. О кнопках мы уже говорили в видео. Теперь переходим непосредственно в саму программу. Она вот такого плана. Стандартное меню. Дом — это обратно вернуться в первый экран. Дальше включение вспышки или освещение. Снимок. Дальше здесь можно захватывать цель. Непосредственно либо лицо человека, либо какую-то движущуюся цель. И теперь здесь вот основное меню, где вы можете увидеть различные настройки. Первое, что это камеры. Здесь различные разрешения. Здесь у меня максимальное разрешение Full HD 1080p на 30 кадров в секунду. А вот на смартфоне Asus там 4К 30 кадров в секунду. Тоже все это происходит. То есть дополнительная строчка появляется и можно выбрать. Разрешение фото различного типа, там 1.1, 16:9, стандартное 3:4 или 21:9, какое хотите сделать. Таймер, закрытие, сетку. Сетку я одну уже взял. Нету сетки, пересечения, диагональ, сетка. Вот я взял как сетку, выбор. И скорость зума тут. Различные настройки можно настроить от 0 до 100, наверное. Непосредственно работа с самим стабилизатором. Изначально здесь идет по всем трем осям стабилизация идет. Можно выбрать, и выбирается только непосредственно внутри этого приложения. Причем выбрали вы какой-то из этих положений, решили использовать другой видео редактор или видео фотопрограмму, то она запоминает. Выбирается она здесь для осуществления различных режимов. И запоминается, какой режим вы выбрали. Зафиксировать. И движение по всем осям свободно движется. различные типы съемок можно осуществить, то есть обычный, плавный, спортивный, скоростной. И здесь вот описано, конечно, перевод. Иногда посмеяться можно, особенно словам, которые здесь переводятся. Дальше моторный отклик. Здесь высокий, средний и низкий. Я для объективов лучше взять высокие, и если у вас тяжелый смартфон, например, как Asus Zenfone Max Pro M1, тоже необходимо выбрать высокий. Если вы чувствуете вибрацию, то тем самым изменяя на высшее деление. Автовращение экрана, горизонтальный джойстик, различные типы, поменять управление в другую сторону. Скорость наклона джойстика также можно выбрать. Высокую, среднюю и низкую. У меня средняя стоит, там буква В. Дальше скорость поворота, вернее автокалибровка и сброс всех параметров. И последнее, здесь указывается название устройства, серийный номер, версия прошивкой различного типа. Дальше здесь есть различные режимы по цветовым решениям, различные фильтры. Что удобно, как говорится, есть. Из минусов то, что когда мы рассматривали меню, нету здесь возможности поменять расположение записываемых файлов. Файл всегда пишется на внутреннюю память телефона, поэтому если у вас идет ограничение по внутренней памяти, там осталось мало, то придется задуматься об этом моменте, на флешку, которая находится, если у вас внутри, перераспределить память. Это нельзя направить именно, чтобы сохранялись файлы, на эту флешку, которая находится внутри. Здесь можно посмотреть получившиеся результаты, видео, фото, дальше стабилизация, и здесь вот есть режимы, которые можно записывать, автоматом запишет ваш смартфон, но лучше некоторые режимы делать без объектива, потому что иногда, вот например, вот этот вот пресет, он при повороте смартфона вдевает непосредственно поверхность ручки. Есть китикоковский то ли зум, но здесь он не работает на смартфонах Android, здесь он даже заблокирован автофокус, и остальные режимы без проблем работают, которые здесь представлены. Вот такой вот стабилизатор, благодаря которому вы можете достаточно просто его переносить, он легкий по конструкции. Плюс, ввиду того, что здесь аккумулятор встроенный, но встроенный аккумулятор он особенный, это обычный аккумулятор 18650. Как говорилось, снизу можно, если что, вывернуть винт со звездочкой и поменять этот аккумулятор. Против я внутренних аккумуляторов, потому что трудность разборки, дальше поиска этого аккумулятора. А здесь, ввиду того, что стандартный аккумулятор, такой же аккумулятор, как и на Hohem, баф, который есть на моем канале, и все желающие могут посмотреть, который там заменяемый, что очень удобно. Единственное, отсутствует некоторые функции. И плюс нужно для объективов применять противовес, как вариант Ulanzi тоже есть на моем канале. Здесь достаточно отцентровать ваш смартфон вместе с объективом, либо без объектива ваш смартфон, и все у вас будет отлично управляться и выполнять. Причем здесь можно посадить самое максимальное значение веса смартфона, по сравнению с такими же аналогами, как DJI Osmo, Muzo, Feitech и другие варианты таких стабилизаторов такого форм-фактора, для того чтобы на широком угле не было видно моторов. Но правда, здесь есть недостаток: вы всегда будете располагать вертикально, то есть горизонтально вы можете расположить, но съемка будет именно направлена смартфона вниз. Вот этот вот единственный недостаток. А так, всем, кто желает данный стабилизатор, ссылки будут в описании. Я свой осознанный выбор сделал, поделился с вами этим стабилизатором. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.